В юбилейный для Александра Сергеевича год постановщик из Кабардино-Балкарии по приглашению директора Черкесского драмтеатра порадовал поклонников поэта спектаклем «Наш Пушкин» по повести «Барышня-крестьянка». Анзор Емкуш в этот раз проделал огромную работу не только как режиссер, но и как сценарист этого спектакля. Во-первых, мне очень приятно работать в братской Карачаево-Черкесии всегда. И, конечно же, это не первый раз, как вы заметили. Надеюсь, и не последний раз далеко. И приятно работать с людьми, приятно находиться в Черкесске, в Карачаево-Черкесии. Нет ощущения такого, что я уехал из дома. Такое ощущение, как будто это общий большой дом. Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария. Спектакль рассказывает о том, какой Пушкин разный, как рождались его стихи и сказки. Режиссер показывает Александра Сергеевича в окружении его поэтических образов. Мы работали с удовольствием. Да, и здесь мы показываем, я лично хотел связать несколько поколений, которые работают в театре. Старшие, да. Именно вот по поводу труппы. Да, это старшее поколение, среднее поколение и, конечно же, молодежь колледжа искусств, студенты, которые плавно вливаются в труппу театра, которые играют здесь, и они играют в главных ролях. Молодые актеры настолько вжились в свои роли, что передать на сцене жизнь своих героев им было несложно. Быть Пушкиным для них в современном мире – это нормально. Быть Берестовым – это тоже нормально. И я уверена, что зритель сегодня, который пришел к нам на премьеру нашего спектакля, все-таки дотронется душой до того времени через призму нашего спектакля. И я очень рада, что у нас есть возможность приглашать режиссера, который душой и сердцем болеет за театр, который понимает всю сложность задачи и справляется очень успешно. У Черкесского драматического театра есть традиция ставить спектакли по произведениям великих прозаиков, чей юбилей отмечается в текущем году. Сначала Фазиль Искандер и Расул Гамзатов, а теперь Пушкин показывает на сцене «Связь времен». Связь, она очень крепкая, потому что именно через эту связь мы передаем историю, мы передаем знания, мы передаем всю красоту творчество, в данном случае они писатели, поэты, а мы театр. И эту связь поколений мы имеем возможность показать через призму театрального искусства. Спектакль как раз об этом. О невероятной силе характера великого поэта, который воздвиг себе памятник нерукотворный и не зарастает к нему народная тропа. Я памятник себе воздвиг нерукотворный. К нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он главой непокорной Александрийского столпа. Образ Пушкина для меня дался очень тяжело. Конечно, очень сложно играть персонажа, который живет в другое время, в 19 веке. А для меня, как для неопытного актера, это дается очень трудно. Заслуженная артистка Карачаево-Черкесии Тизада Тутова сыграла в Черкесском драматическом театре более 50 ролей русской и национальной классики. Она высоко оценила работу всего коллектива, отметив, что для молодых актеров это был колоссальный труд. Это был колоссальный труд. Колоссальный труд. Почему? Потому что проживать чью-то жизнь – это очень тяжело, это я знаю. Но они молодцы. Почему? Потому что мне очень приятно было сегодня видеть молодых этих начинающих актеров с нашими профессионалами, со своими преподавателями, со своими учителями. И я просто хочу сказать – светлой, хорошей, творческой дороги. Спектакль «Наш Пушкин» произвел огромное впечатление на зрителей, которые не могли скрыть своего восхищения и стоя аплодировали мастерству актеров. Мне очень понравился спектакль, я прям в восторге, мы хорошо отдохнули этот час. Вот, актеры все были замечательные, красивые, особенно Александр Сергеевич Пушкин. Вот, и все остальные девочки. Актрисы, актеры, которые все участвовали, все были замечательные. Асият Мамаева, Саид Исмаилов, Ливан Задзами, Айвар Барануков, Карина Гирюгова, Архыз 24.